Сегодня, 24 мая, студенты Дагестанского теологического института имени Саида Афанди посетили Черкесский образовательный центр имени Абакаргаджи Амарова. Провели лекцию на тему «Нанесение вреда человеку и воровство на сегодняшний день». Студенты рассказали о том, что нанесение вреда человеку является тяжким грехом перед Всевышним Аллахом и несет большие последствия в этом мире и в ахирате. И упомянули хадис пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, в котором говорится: «Мусульманин – это тот, от языка и рук которого другие мусульмане находятся в безопасности». И рассказали про то, как возникает воровство и к каким итогам это может привести в дальнейшей жизни человека. И в конце студенты рассказали о методах противостояния этому пороку нашего времени и провели итоги сегодняшней лекции и пожелали, чтобы они провели лето самым наилучшим образом. Я хочу поблагодарить помощника имама Селены Черкей, нашего Наиб Хаджи, за то, что он ежемесячно проводит мероприятия, просветительские беседы с нашими учениками, которые обучаются в Черкесском образовательном центре. Каждый месяц к нам приходят студенты Дагестанского теологического института имени Саида Афанди и проводят огромную работу для воспитания подрастающего поколения в направлении духовно-нравственного воспитания, чего нам в предыдущие годы очень не хватало для дагестанцев, не только для дагестанцев, для россиян тоже. Проводив такие беседы, я заметил, что эти студенты затрагивают вопрос патриотизма, вопрос уважения к старшим и многое другое. Хочу поблагодарить всех руководство Института теологии имени Саида Афанди, нашего ученика, выпускника, наиба, помощника, имама. Также хочу поблагодарить нашего уважаемого имама Селения Черкея Абдулла Хаджи. Всем самого хорошего хочу пожелать, здоровья, благополучия, и чтобы у нас, в России всегда, и в Дагестане в том числе, был всегда мир. Спасибо.